Вот мы 25 июня в нашем огороде. Вон там видно, где лагерь. Это наша территория лагерная. Три усадьбы впритык. Счастье. Вот здесь Надежда Васильевна. Вот это вот картонные, вот это там ласточки залетают. Ну, вот это вот сейчас мы были. Баня уже дымится. Односкатная. Это скворечник наш. Там тарелка, видать, Витя построил и сказал, оставь ее. Ну, сейчас мы здесь эту местность, вот этот огородчик, Павлу я отдавал, потом Барабаш, а сейчас пришел, встретил меня Алексей Устинов и говорит, кому отдаете-то? Может, мне отдадите? Я говорю, ну хорошо. И говорю, только скажу, и все, это наша территория. Вот так, ребята тут посадили тополя и ни разу не проверили, и больше половины засохло. Страшно не люблю вот это дело. Вот Володя тут свечки убираем. Как-то был здесь сын Ивана Ярмоленко, Вани, отца Павла из Камнинаби. Ну, а их там священцы-то узнали, что он был в детском лагере. И до причастия не допускают на исповедь. А куда? Был в Игнатии в лагере. Больше ничего нету. Ненависть лютая. То есть дикие волки. Какие это священники? То, что был в лагере, он что-то изменил вере? Нет. В чем-то замечен. Безукоризненный мальчишка. И он лазил тут, ветки срезал. И там какой-то Порфирий был. Теперь они начинают друг на друга перекидывать. Да что разговаривать с Потеряевкой? Поехать, да сжечь их. А то нанять убийц, убить их и все. Или самим убить. То есть банда. Мафия патриаршая. Слушаешь со стороны, жутко делается. Кого Господь допустил? Какое поражение? И самое страшное, что есть, это миссионерские отделы создали. О-о-о. Только преследуют. Всякую гадость говорят, придумывают, прозвище дают. Это миссионеры. Ни одного таланта нету, кроме ненависти сатанинской. У миссионера должны быть тысячи талантов, Златоуст говорит, чтобы обратить душу. Вот, над землей ласточки летают, Володя. Допили, сейчас мы уберем, расчистим. Там он дальше, сколько уже я спилил, пока он баню топил. У нас дружное дело-то идет. Это старые ветлины. Я еще маленький на них лазил. Здесь тетка Мария жила, мы просили у нее разрешения вырезать прутики. Его на кору, кору отдерешь, сделаешь как петельку такую и на шею надеваешь. Прутик между ногами, бежишь, ногами пылишь и лошадку изображаешь. Так хорошо, Володя, чтобы не торчали где туда кидать. На. Я сейчас вот эти начал пилить, это вот я спилил два большие, еще одну спилю, а потом ты тут начнешь работать. На солнце только никогда не поворачивай. Посмотри, вот какая работа здесь. Это деревня, удивляется. Это 77 лет я бы ноги не пошел. Что такое пилить на желтый? Вот, вот я вот спилил, ну, 15 сантиметров вполне, а за короткое время. Вот. Это вот сейчас это все над попостом надо убрать. Ну и вот убираю. Вот так. Теперь, чтобы легко было его уносить, длинное ты не унесешь. Куда носить? Надо сучки отпилить. Да и макушку отпилить, чтобы уносить. Видите, расчленил ее. А в городе еще знают, только друг друга убивают, в мешки расчленяют. А потом, которые вон на той стороне два, тоже спилить надо будет убрать. Ну, сейчас я покажу, как пилить. Вот он какой, покажи его какой. Ножовкой. Сколько? Не минут,
секунд ножовка уже скрылась. Все. Городской-то что он знает? Стартер. Сидел бы там дома. Пыхтел и ждал пенсию. Нет, пенсия она не нужна. Минимальная получаю 6500. И живу как миллионер. В интернете говорят, все говорят, так он что, миллионер, такими деньгами ворочает. А у меня на обед даже пусто бывает есть. А даже нужды нету. Полное доверие Богу. Вот пусть эти миссионеры научатся за деньги проповедовать. Ужас один. Очередь какая-то стоит у них. Отделы какие-то. Себе ума не дадут, а кого-то спасать будут. Это зажало сучки. Никак. Надо убрать. Вот она завернула его сучок и не дает. Никак. Ну, Володя помог. Ну вот, теперь что? Теперь надо ее расчленить. Посчитай, сколько. Готово дело. Вот еще длинная. Вторую тоже надо убрать. Володя подтягивает рукой. А это теперь что? Этот еще раз расчленить надо, иначе не протащишь. Вот и все. Но это не так и большая. Я думаю, это отдельно можно утащить. Угу. Ну, все, потом разберешь. Угу. Теперь в эту сторону. Вот она как, погляди, сколько она занимает. Необходимо убрать, ну а как не убрать-то? Если не убрать ее, она так и будет торчать. Она заслоняет, траве не дает расти. Тут трава, правда, одна только. Ну вот так вот, как говорят, здесь перекура-то. 4 часа. И так раз будет, чтобы в гроб улезти. Придет взять. Ну, походки-то говорит. Там соток сколько перекопал, теща рада, поставила ему. В горячую баньку попарился, к утру мертвый зять лежит. Надо все в ритм. Я пораньше уйду, подготовлю в баню. Добро. Она на скворечнике. Приходи, приходи сюда, я тебе скажу где. Мы здесь на покосе будем. Вот это взял. Теперь дальше. Это все надо убрать. Она высунулась здесь. Здесь был погреб, когда тащился. Это черемуха. Нет, это лен. А вот теперь это мы убежим. Ты сам не ходи, пошли, Виталий, тебе же нельзя идти. Вот так. Меняй. Вот этот вот еще смущает. Не знаю, убирать или не убирать. Два этих. Как ты смотришь?
Ну просто ветки отпилить, да. Ветки отпилить, да и все. А как ветки достанешь? Ну залезьте. Она вон куда далеко идет. Залезьте. Ветки вон там залезьте на ветлу. Ты лестницу не принес, я просил принести. Так я залезу сейчас. Залезешь, залезешь. Да. В этом направлении отпилить все, которые идут. Я его уберу, чтобы вот это напротив канала, здесь лишнего ничего не было. Вот что тут такое? Растет. Будешь убирать, тебе теперь легче убирать. Сюда положишь как следует. Ну, смотри, отпилить сейчас его. Конечно, это толстовато, но... Так. Ну, что следующее? А потом ты пойдешь. Вон такая куда? Сколько? Замери метром. До макушки. Метров 10 будет. Так. Ну ладно, тут пусть лежит. Давайте я уберу ее. Я второй туда брякну сейчас. О, вот и возьми. Теперь вылезти бы как-нибудь. Моими ногами. Ну. Ага. Это бросок. Мешает. Может за топором сбегать? А? За топором может сбегать. А где он топором? Отпилить тут. Топором тут. Два раза щипаны. Ну вот так, расщехвостил это. Надо еще там подальше. Длину я хотел его замерить. Подожди-ка. Тополек этот. Клен. Раз. Два. Шесть полных метров.
Толя, мы здесь. Ну вот и все. Давай ко мне, ты теперь попробуй, у тебя лучше получится. На кухне. Иди сюда. Перелезь ограду. На. Я ему сейчас дам трепку. Виталий идет. Перелазь через ограду сюда. Думает, что же делать, лети, не идти. Потрусил туда куда-то, вокруг. Через ограду не решился идти. Щедной такой. На кухне соль закончилась. Он за солью пришел. За солью возьмет соль, никуда не денется. Нет, давайте я вынесу сейчас. Не надо, потом дадим. Потом. Соль можно в любое время. Не надо. Тебе дрова не надо подкладывать в баню? Надо. А? Надо. Ну вот тогда подумай, как с лестницей здесь. Ну, а тогда иди. Тут дальше вот это вот, смотри, вот эти ветла. Вот я сейчас пойду и дальше буду пилить. Вы хотите вот это дерево, да, ветлу обрезать? И ветлину вверху, которая вон сучки свесились, смотрите, сухие. А, вот этот клен. Клен это. Это клен? Да. Ну от клена где еще можно, а то отрезать. Далеко, которые сучки. Залазить, не залазить, я не знаю. Ну, видишь, куда нависли? Ну, там залезть и можно. Ну, если ты залезешь, лезь. Ну. Виталий, конечно, не посылай туда, брякнется. Ну все, я пошел, подкину. Так это, ножовку возьми тогда. Все. Пошли, я ухожу. А, уходи. Хожу, тут уже осталось совсем немножко. Вон он где мечется. Шляпа его. Такая трава. Вот я даже отсюда стану на уровень травы. И только шляпу видать. Ну это наверх. Не видать. Ага, нашел кротовую нору, чтобы... Хорошо, пошел крота ловить.